Fable. Эта школа явно лучше остальных. Похоже, что время ланча. Нужно найти хоть каких-то друзей. Упс, похоже, я потерялась. Так, самое время с кем-то познакомиться. Я новенькая здесь. Я подумала, что было бы хорошо найти каких-то друзей. Нет, это... Рад встрече. Я Дэн. А я Джейд. Клёвое у тебя имечко. А это Хелен. Она мой лучший друг. О, привет. О, лучший друг. Привет. Кто-нибудь знает, как дойти до класса? Угу. Спасибо, что показал мне тут все. Да нет проблем. Все для такой милашки, как ты. Так, дай-ка я... Ты выглядишь милее без этих очков. Где все? Быстрее, быстрее! Это первый день в школе. Хотите подраться? Да! Если выиграю я, то ты покинешь эту школу навсегда, а я стану самым крутым парнем. Что-то мне не нравится это. Я хочу мести. Ты задирал меня 2 года подряд. Теперь моя очередь. Это было так круто! Эй, что такое? Почему мне больно? Я люблю тебя. Может, ты будешь моим парнем? Интересно, что он ответил? Доброе утро. Слушай, я впервые в жизни живу с кем-то в общежитии. Я забыла твое имя. Я Джейд. А я Саммер. Эй, так... Я думаю, нам стоит пойти в библиотеку. Я попозже подойду. Конечно, я буду ждать тебя снаружи. Ты выглядишь милее без этих очков. Он не видит меня из-за очков. А если их снять? Так ты... Да-да. Я Саммер. А ты милая. Кстати, сегодня суббота. Не хотите завтра прийти ко мне домой? Мне нужен кто-то, чтобы пытать меня завтра. Mmm!
нам так повезло! С чего ты? Он же самый горячий парень, которого я когда-либо видела. А еще он даже пригласил свою новую подружку в свою общагу. Мне нужно взять кое-какие книги для завтрашних мучений. Но почему я его так ревную? Мы же знакомы с ним только неделю. Ну и мне хочется плакать. Что случилось? Я в порядке. Точно в порядке? Я не знаю. Давай я помогу тебе. Ты пришла как раз вовремя. Я уже начала беспокоиться о тебе. Что случилось? Ничего. А почему ты плакала? Эй, я видела, что вы друзья с Дэном. Он тебе нравится, да? Ага, немного. Слушай, я не могу помочь тебе заполучить его, но я могу дать тебе один совет от себя. Не давай ревности завладеть тобой. Сражайся с ней. Весьма отдельно. И просто заставь его ревновать. Ревновать? А теперь жду, я тебя обниму. Мы не должны опаздывать. Опаздывать? Мучить Дэна. Я должна кое-что сделать, сейчас приду. Милашка. Я тебе не нравлюсь? Нет. Докажи, что я не прав. Ну, у тебя уже есть подружка. Какая из? Что? Какая подружка? У меня нет подруги. Я женат. Так, стой здесь. Повтори еще раз. Я женат. Что? А что, Хелен? Мы расстались с ней. Я сказал ей, что вижу в ней только лучшего друга. А она пыталась поцеловать меня. Ну, а мне пришлось сбежать. Теперь ты счастлива? Очень. Джей. Саммер. А куда ты пропала? Моя мама резко заболела, и мне пришлось срочно навестить ее. Ладно, пойдем спать. Мне кажется, в последнее время ты слишком часто краснеешь. Ха-ха. Только не говори мне, что я ошибаюсь. Ошибаешься насчет чего? Насчет того, что ты любишь меня. Ну, спокойно, я пошутил. Я люблю тебя, Дэн. Люблю тебя. Я тоже люблю тебя.
не забудь поставить свой царский лайк, если тебе понравилась эта озвучка. Свои предложения, что еще озвучить, можете скидывать в комментарии. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик и до встречи!